Ревность между Санем и Джаном принимает крутой оборот, и ему эта ситуация надоедает, поэтому он решает похитить ее. Джан готовит домик в горах, где планирует остаться с ней наедине и поговорить по душам. Однако они оба не успокаиваются, беседа превращается в скандал, они еще больше заупрямятся. С другой стороны, проведут веселый день. Неожиданное исчезновение Джана и Санем больше всех беспокоит Полен и Игита. Полен испугается, что он помирится. Она попросит помощь у Хюны. Интересно, смогут ли Джан и Санем растопить льды, оставшись наедине. А насладиться очередной, а именно 35-й серией турецкого сериала «Ранняя пташка» на русском языке вы сможете уже 22 марта. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео.